Добрый вечер. Нас сегодня декабрьская лекция. Я знаю, что в соответствии с традициями в декабре лекции уже надо как-то завершать. Начинается сессия у студентов. Но все-таки мы сегодняшнюю лекцию, конечно, проведем. Итак, лекция 14, 6-12, она у нас 2023. Мы занимаемся продолжением. Продолжением чего? У нас, значит, продолжение. Нелинейные уравнения первого порядка. Значит, мы с вами обсуждали эти уравнения, затем геометрический смысл, конус Монж. И вот теперь мы должны обосновать. Начну все-таки напоминание. Значит, мы на прошлой лекции, лекция 13, рассмотрели способы решения нелинейного уравнения с частными производными первого порядка. Были примеры. Значит, нам, я напомню, в чем они состояли, в чем состоял этот способ. Нам нужно его обосновать. Значит, способ состоял в следующем. Мы рассматривали уравнение 1, f от x, y, z, p, q равно нулю. Здесь p – это z по x, Q – это z по y. Относительно функции f мы предполагали, что она c2. И решение будем искать в классе тоже c2. И я в прошлый раз говорил, что в общем, чуть-чуть можно ослабить эти условия, но совсем чуть-чуть. Для этого уравнение 1 поставлено начальное условие. А именно задана линия х нулевой от тета, y нулевой от тета. И в точках этой линии задана функция z нулевой от тета. Тета – некоторый параметр. Ну и это 2. Мы тоже будем считать, что все они из c2. Отсюда мы получали, ну, система-то из трех, значит, здесь три начальных условия, а мы писали систему из 5 уравнений. Ну, я ограничиваюсь 2 независимыми переменами. Значит, что же надо было? Надо было потребовать, чтобы выполняется само уравнение. Х0 от тета, Y0 от тета, Z0 от тета, P0 от тета, Q0 от тета равно нулю. И вот еще условие. Z нулевое по тета равняется P нулевое на х нулевое под это плюс q нулевое на y нулевое под это. Вот дополнительные условия, ну, скажем, 3. Здесь мы предполагали, и мы это вспомним, значит, что
Значит, из этой системы 3 надо уметь выразить при заданных x0, y0, z0, надо уметь выразить p0, q0. Значит, предполагается, что из 3 можно выразить P0, причем эти P0 являются гладкими, и Q нулевое. А, вот. Это как бы, ну, предположение, так устроены, значит, вот корни нашего уравнения нелинейные. Значит, и надо было написать систему. Систему вот такую написали. X' по тау равняется P. Y штрих по тау равняется Q, Z штрих по тау равняется P малое на P большое, плюс Q малое на Q большое. И добавляется к этому P штрих по тау равно минус X плюс PZ, Q штрих по тау равняется минус Y плюс QZ. Ну, вот такая система. Система уравнений, как мы говорили, для полосы. И давали этому геометрический смысл. Значит, обозначение, я напоминаю, что x большое – это производная f штрих по x. Ну и, ну хорошо, y большое – это f штрих по y. z большое – это и есть f штрих по z. p большое – это и есть f штрих по p малое. И, наконец, Q большое есть F трих по Q малое. Тут такие у нас обозначения. И мы предполагали, значит, условия для разрешимости системы 3 нужно было, мы потребовали для разрешимости системы 3 мы потребовали вот такое определить. Ну, в данном случае x штрих по тета, y штрих по тета, p и q был бы отличен от нуля. Вот. Здесь, значит, это нужно для того, чтобы система можно было... Так, здесь x нулевое, да? Для разрешимости системы. Это была формула 10 лекции 13. Ну вот. А теперь теорема, она немножко нетельная. Много вычислений, но все-таки надо как-то построенная. На лекции 13 решение. Лекции 13. Ну вот по этой схеме. По этой схеме. Что за схема? Ну, она на лекции 13 была подробно описана, например, в проиллюстрированном. Дает решение задачи Каши. Пошли. Ну вот давайте подумаем, что же нужно доказать. Что нужно доказать? Ну, во-первых, скажем так, мы же получали решение. Значит, я напоминаю, что x штрих по тау равняется p, y штрих по тау равняется q, и мы получали решение с учетом начальных условий вот такие. Ну, на лекции 13 это все объяснялось. X
от тау и тета, тета как параметр, y от тау и тета. Ну и вот нужно доказать возможность выражения, да, ну если мы решили всю систему по этой схеме, значит мы решили, то есть у нас имеется все функции, зависящие от тау и тета. Решили систему 4 обыкновенных, значит, А, Д, У, 4. Вот. Вот мы должны, ну, доказать разрешимость x от тау тета, y от тау тета, соответственно, x и y. Ну, относительно тау и тета. Ну, это следует из теоремы о неявной функции и условий того, что определитель отличит от нуля. Значит, это следует из теоремы о неявной функции и условия, что определитель отличен от нуля. Это обсуждалось. Вот. Вот второе. А функции. Какие функции? А вот давайте мы их напишем. Значит, это есть x от тау тета, y от тау тета, z от тау тета. Теперь P тоже ведь от тау тета. И Q от тау тета удовлетворяют уравнению 1. Это какому? А вот тому самому, который вот оно, уравнение 1. Ну, это условие выполнено при тау равном нулю. Это выполнено. При тау равном нулю. Так строились P0, Q0. Вот мы так, вот все они так строились. Ну вот, и давайте мы напишем, что это 5. Вот. А теперь посмотрим, что при других тау. Подставим 5, 1 и рассмотрим. Вот что. В 1 это же рассмотрим производную, продифференцируем все по тау. Значит, рассмотрим f. Штрих по тау. Значит, f штрих по тау, это что такое будет? Значит, надо продифференцировать по тау. Что же? Значит, это будет такое df по d тау. D по d тау, вот так, наверное, f. Ну, а здесь то, что там написано. X, Y, Z, V, U. Ну, давайте продифференцируем. Здесь доказательство такое с помощью вычислений, но все-таки оно нужное. Значит, дифференцируем по x, получаем x большой, x штрих по тау, плюс y, y штрих по тау, плюс z, z штрих по тау, плюс p, p штрих по тау, плюс q, q штрих по тау. Вот подставили. Но теперь вспоминаем, что такое x штрих. Например, что это такое? Например, x штрих – это p большое. Y штрих – это q большое. Z штрих – это p малое на p большое, плюс q малое на q большое. Ну вот, и p. Ну хорошо, минус.
x плюс p z, и q это минус y плюс q z. Ну, честно подставляем. Давайте посмотрим, что получается. xp плюс yq плюс z. А здесь вот что. Здесь, значит, ну, z еще и так. z умноженное на p большое, p малое, p большое, и плюс q малое на q большое. А вот теперь минус. Минус p на x плюс pz минус u на y плюс qz. Ну, теперь остается просто сократить то, что сократится. Ну, а давайте подумаем, что же сократится-то. Ну, и вот скажем так. Ну, прямо так-то тут надо тогда скобки раскрывать. Это дополнительная морока. Но можно и так понять, что же происходит. Вот, скажем, давайте посмотрим. Вот XP, вот оно XP. Вот я его так нарисую осторожненько. И вот это XP. Ну, значит, какое это? Вот как вот эта скобка же. И вот это XP. YQ. И вот это Y. QY. Вот они сокращаются. А что остается? P большое на P малое плюс Q большое на Q малое. Ну, здесь довольно логично. Надо проверить то, что получилось, удовлетворяет уравнению. Ну, конечно. Минус P на P Z, то, что осталось, минус Q на Q Z. Ну, вот. И что это такое будет? Ну, нетрудно видеть, что это будет ноль. Ну, потому что вот прям так оно и написано. Ну и что же получилось? Что, то есть получилось, что df по dτ равно нулю, а f при τ равном нулю равно нулю. Ну, значит, f есть тождественное ноль. И уравнение удовлетворяется. В общем, это нам обошлось, как говорится, относительно малой кровью, и ну вот получили. Это мы доказывали что? Пункт второй. А вот что надо доказать в пункте третьем. Давайте подумаем, а что, собственно, не доказано? А не доказано вот что. А почему, собственно, z по x это есть p? То есть с самого начала это были, конечно, такие обозначения. Потом мы свели к системе обыкновенных дифференциальных уравнений, получили z. А почему производная z по x это p? Оно было раньше просто обозначением, но способ решения-то был другой. Мы имели в виду, что откуда это обозначение просто подсказывало, откуда это появилось. Значит, нужно показать, покажем. Что p это как раз z по x, а q это как раз z по y. Вот это, к сожалению, более, так сказать, громоздко. Ну что поделать? Рассмотрим выражение. Ну, откуда они взялись, эти выражения? Значит, ну, можно догадаться, вот как догадаться, рассмотрим выражение, хорошо сказать. Ну, во-первых, из начальных условий у нас есть вот это начальное условие, вот это. Вот, и вот можно просто его написать. Оно, правда, выполняется только при тау равном нулю. Ну, все равно можно написать. Значит, это что такое? Это есть так. Ну, я только в одну сторону все перенесу. Получится z по θ минус p x по θ минус q y по θ. И я обозначу все это за некоторые w. И 7. А 7 это будет вот что. Z по tau
Это-то откуда? А это из уравнения для z. Вот оно. И с учетом того, что p большое, это есть x' по тау. Вот давайте это и напишем. Ну как? Откуда иначе это? Рассмотрим. Значит, так. Здесь будет минус p x по тау, а теперь минус q y по тау. И вот это-то все равно нулю в силу третьего уравнения системы 4. Вот система 4 у нас где? Вот. Вот оно, третье уравнение. Давайте мы на нее посмотрим. Третье. Ну и там, мы же это отметим, в силу третьего уравнения. А вот это, пунктирчик, это в силу вот чего. Но что можно отметить? Что если соотношение 7 тождественное, то соотношение 6 только при тау равном нулю. Значит, напишем, что W при тау равном нулю равно нулю в силу начальных в силу не на, ну начальных в силу 3 так напишем. Это не нужно. А чего такое 3? А 3 это вот второго соотношения, вот только я и там пунктир, ну хотя пунктирчиком, да. И вот оно пунктирчиком почерк. Вот оно как раз и здесь. Ну хорошо. Теперь это некоторые вспомогательные. Непонятно пока сходу, как отсюда будет следовать то, что требуется в пункте 3. Ну, что делать? Всегда сложнее объяснить, как до этого додуматься. Но здесь, к сожалению, более короткого пути-то нет. Здесь нет таких каких-то совсем, ну, таких сходу геометрических соображений, которые позволяли бы как-то нам это определить. Ну так вот, рассмотрим. Значит, так же, как в пункте 2. Надо доказать, что W тождественный 0. Оно 0 при тау равном нулю. А мы рассмотрим W по тау. Сейчас я напишу, что это такое. И это есть вот что. Сейчас, а может быть, даже я сначала рассмотрим. Да, вот здесь W по тау. И пояснение. Сейчас здесь появятся некоторые вторые производные. Откуда они берутся? Это возможно. Значит, напишем так. Дифференцирование. Возможно. Возможно. Вот так, запятая не надо. В силу. Вот чего. Значит, что, собственно, мы собираемся-то дифференцировать? Вот z под это, а потом дифференцируем по тау. Значит, у нас есть ведь, во-первых, в силу теоремы они явные функции. Возможно, в силу, во-первых, теоремы о неявной функции. Существует x от тау и тета, и вот их можно выразить. А главное это вот что. И в силу теоремы о дифференцировании по параметру для обыкновенных дифференциальных уравнений. Это почему? Ну вот, теорема состоит там из двух частей.
Ну вот так, напомню. Значит, допустим, был бы y штрих, отвлекаясь от всего, по t равняется f от t, y и какой-то параметр μ, например, был бы. Так почему? Значит, в силу теоремы, ну и правая часть должна быть гладкой. Так, во-первых, существует df, d y под μ по параметру. И это производное удовлетворяет уравнению вариации. И еще, стало быть, существует d по dt, я так напишу, от dy по dμ. Ну и выполняется там уравнение вариации. Так вот, значит, что же будет, если это как объяснить, откуда, почему так можно дифференцировать? Потому что появляются все-таки вторые производные, мы на них как-то сходу не рассчитывали. Значит, z по тау тета, а по тау, по тета тау. Это вот почему. Значит, у нас что же? Мы дифференцируем по параметру. Значит, можно дифференцировать по тау вот эту вот часть. Вот эта часть. Существует производная по тау, от того, от производной по параметру. Ну вот, а здесь минус p, а дальше уже обычным образом. X по тета минус p x по тета тау. Вот тоже производная, вроде как бы вторая, но одна по параметру, а другая по тау. Так что здесь все хорошо. В силу теоремы о дифференцировании по параметру. Q по тау, y по тета минус Q, y от тета тау. Ну и пускай это будет 8. Теперь это мы получили из 6. Из 7 получаем. 7, ну, у нас 0, поэтому 0 равняется. А здесь похоже, z. Там у нас стоят производные z по тау. А мы хотим их дифференцировать по тета. Ну, как? Почему? Дело в том, что дифференцировать, ну вот почему есть производные, скажем, почему можно написать так, d по dθ, а x от x' по тау? Ну, потому что правая часть x' по тау равно p дифференцируема вот это. А следовательно, и левая часть дифференцируема вот это. Ну и вот здесь как раз стоит x'. Ну вот. Вот это требует некоторой аккуратности. Z от θ тау, здесь порядок-то несущественный, у нас все смешанные производные непрерывны. P по θ, x по тау, чтобы лучше видно было, а все равно не видно, ну хорошо. Давайте x по, значит, тау минус. Ну, это же просто там произведение дифференцируется, да, это вот там, где волнистой чертой синей подчеркнуто. Так, сейчас что там у нас? Вот, p по тета, x по тау, ну и, значит, как положено, минус p, x по это тау. Теперь то же самое с Q. Q по тета, y по тау, минус Q, y по тета тау. И это 9. Ну вот, а теперь, конечно, надо составить разность. 8 минус 9. Посмотрим, что получится. Уже видно, что здесь сократится. И получится вот, что W по тау, значит, целевая функция, куда мы двигаемся, чего мы хотим. Нам бы доказать, что производная по тау равна нулю, поскольку она нулю при тау равном нулю, что она всегда нулю. То есть мы хотим показать, что так же, как и равенство 7, равенство 6 справедливо при всех тау. Ну вот. Значит, W по тау тем самым равно. Ну вот давайте смотреть, что получается. Что осталось? Ну, во-первых, понятно, что z и вот эти сократятся.
Вот. И что, вот это, и вот это, и вот это. Нет, это не то, я не туда. Чем не то. Ой, что-то пропало. Это было Кутау, Кутау Игрек тета, вот. А вот эти сократятся. Конечно. Ну и что-нибудь останется. Давайте посмотрим, что останется. Останется P по тета X по тау плюс Q по тета Y по тау минус P по тау X по тета минус Q по тау Y по тета. Я сказал, некоторые вычисления, ну что ж, без них тоже как-то не очень. Вот, ну теперь надо вспомнить, кто такой x по тау. Это p большое, y по тау, это q большое. Теперь p по тау из нашей основной системы. Ну тут минус как раз приспособлен очень хорошо, значит это x большое плюс pz. Ну, можно минус написать, конечно, ничего плохого не будет, но минус там будет UZ. Вот. Ну и после очевидных таких сокращений, это понятно, да, какие будут. Значит, здесь останется P вот это на P. Теперь минус Q, что остается? Q, да, а почему минус? Не знаю, почему у меня минус получился. Сейчас, секундочку. Плюс, конечно. Почему бы это был минус? А Q по тета на Q. Вот. Ну, конечно. Почему минус? А вот здесь-то как раз плюс. X плюс PZ на X по тета. Прибавить Y плюс QZ на Y по тета. Ну вот и теперь давайте сгруппируем то, что можно. Значит, то, что можно. Ну, можно так оставить, а можно, значит, как-то это пока вот так оставить. А теперь сделаем вот что. Найдем. Это пока мы продифференцировали все. Значит, у нас еще есть вот что. У нас вот возьмем само уравнение. Возьмем, продифференцируем вот это. Найдем производную. Уравнение вот это, самого уравнения, это 3. Вот, ну давайте, значит, мы дифференцируем, ну, я так напишу, d по dt, это, может, не очень хорошо, 3. И что получится? X, x по тета плюс y, y по тета плюс z, z по тета, как и положено, плюс p, p малое по тета, плюс q, ну q малое по тета. Ну, это же все 0. Вот, и сейчас давайте то, что мы сделали, получилось, это 8, 9, пускай это будет 10, ну, а это будет 11. Ну и остается написать 10, 11. Давайте посмотрим, что остается. Ну, конечно, такое громоздкое доказательство, но может возникнуть вопрос, а как его запомнить? И, ну, то есть запомнить-то можно, конечно, так как-то вот наизусть. Но когда доказательства были длинные и не очень такие
Ну вот вычисления всякие. Я когда-то слушал трехсеместровый курс Алексея Федоровича Филиппова, того самого, который задачник по обыкновенным уравнениям. Ну, я-то был студентом еще. И вот на экзамене он говорил так, что вот это длинное доказательство не обязательно помнить наизусть, но уметь по конспекту объяснить любой пункт. Вот так вот. Потому что запомнить, конечно, сходу так это не очень. Вот давайте 10 минус. Значит, это что такое? Это будет дублевое по тау равно. Вот давайте посмотрим, что будет. Ну, во-первых, там вот, раскрывая скобки, мы получаем P, ой, P, Z, X под это. Плюс Q, Z, Y под это. Минус Z, X под это. Это почему так? Ну, давайте подумаем, а что, собственно, сократится? Ну вот я попробую так это пояснить. Значит, вот это, да, оно сокращается вот с дифференцируем вот с этим. Затем, ну, скажем так, вот это я вот двумя черточками, оно сокращает, мы же его читаем, вот с этим. А остальное. Ну, мы вот, значит, что же перегруппируем? Ну, видно, что сократится. Значит, вот, например, ну как? Значит, вот эти просто сократились, а остатки из них осталось Y большое, Y тета. И вот здесь есть Y большое, Y тета. Ну, вот, скажем, вот так и вот так. Ну, вот нехорошо как-то вот так. Ну или вот здесь x большое, вот здесь и это. Но все-таки что-то останется? Останется. Ну вот давайте напишем, что осталось. Осталось вот то, что осталось. То, что я сейчас написал. И это можно написать вот так. Минус z. А здесь z под это. Минус p. X под это минус Q, Y под это. Но это волшебным образом то самое W, с которого мы начинали. Остается минус Z, W. Итого получилось вот такое обыкновенное уравнение. DW по dτ равняется минус Z, W. Ну, такое уравнение легко решается, это уравнение с разделяющимися переменными, конечно. Значит, это есть минус z dτ. Ну или так решаем. Значит, что это такое получается? Логарифм модуль W равняется логарифм модуль c, как положено, минус интеграл от нуля до tau z dτ. Ну или так, W от tau, подставляя начальные условия, мы же знаем, есть W от нуля, значит, есть W от нуля на e в степени минус интеграл от нуля до tau z d tau. Но дело в том, что W от нуля-то мы 0, значит, это 0. Вот и получилось, что в итоге получилось. А почему W от нуля 0? А вот мы с этого же начали, что при tau равном нулю, где там у нас, вот третий пункт, вот, при tau равном, я его не выделял, вот W при tau равном нулю, вот оно 0. Ну вот этим мы и воспользовались, вот здесь. Значит, тождественно по tau выполняются вот эти два соотношение. Какие два? Ну, давайте их еще раз перепишем. Получилось так. Z под это минус P X под это минус Q Y под это. То есть
Это теперь честно, ноль уже везде. Ну а здесь z по tau минус px по tau минус qy по tau тоже ноль. Ну, это уже и было, это у нас как раз и было. Вот. А, вот. Ну, остается, ну, это было вспомогательно, а как бы мы же не за этим гоняемся, а зачем гоняемся? Мы хотим доказать, что p это z по x остается. Доказать. P это есть z по x. А Q это и есть z по y. Это ведь не очевидно, потому что мы решали систему обыкновенных уравнений, нашли какие-то функции, там x, y, z от чего-то. А с чего бы это вдруг производная z по x вдруг равняется как раз p? Так сходу это и вот получилось, что это и не очень коротко. Ну вот, но что можно сказать? А что такое dz по dx? Я могу написать так, что это есть, ну, обычная производная сложной функции dz по dθ на dθ по dx плюс dz по dτ на dτ по dx. Ну а dz по dy, соответственно, то же самое. dz по dθ на dθ по dy плюс dz по dτ на dτ по dy. Вот, и у нас 11 был, и пускай это будет 12. А вот теперь подставляем то, что у нас получилось. Чего куда подставляем-то? А именно подставляем, ну вот, скажем, эти, они у нас уже были, но они теперь тождественно равны нулю. Поэтому мы напишем, что это, а это 12, да, значит, это вот 12 тогда будет, а это будет 13. Вот, подставляем 12 в 13. Ну, чего подставляем? Ну, вот это, например, вот это. Вот сюда. Вот. Ну вот и это, например, подставляем сюда dz по dτ. И получаем следующее. dz по dx. Ну, осталось чуть-чуть еще. Еще одно последнее сказание. Вот. Равняется, ну, да. Равняется p. Ну, я же подставляю. z равно, да? p. x по тета плюс q y по тета. Вот. И все это умноженное на тета по x. Тета по x это вот оно, а это вот это. И следующее плюс p x tau плюс q y tau на tau по x. Ну, остается их перегруппировать. Давайте, это будет p. А что с чем перегруппировать? Вот это соединим с вот этим. А вот это с вот этим. Ну, и тогда получится вот что. p x по тета, тета по x. Правильно? А здесь плюс x по tau, tau по x. Ну, вообще-то это единица. X по тета, тета по x, x по тау, тау по x. Это вообще-то единица. Это все равно, что... Почему? Потому что это то же самое, что dx по dx само по себе. А вот здесь плюс q. Y по тета, тета по x. Плюс y по тау, тау по x. Тогда что вот это такое? Это и есть dy по dx. Но y и x независимые переменные. Стало быть, это 0. Ну и что осталось? p
Ну вот, можно здесь выдохнуть и сказать, что ну наконец dz по dx равняется p. Ну, конечно же, аналогично. dz по dy равняется q. Уж это мы, конечно, проверять не будем. А, ну вот, получилось вот так. Ну, мы, это, конечно, длинное обоснование, но ну что делать? Вот оно такое. Это, по-моему, у нас был, вот я забыл, геометрический смысл я бы носил в отдельный параграф или нет. Тут, честно говоря, я не помню, но ну, можно попробовать посмотреть, конечно. Ну, не будем, знаете, терять время. А перейдем к следующему. Конечно, вот эти уравнения, они получили такое развитие не только потому, что они, ну, уж так прям, ну, надо же, ну, собственно, математики изучают все, что хотят, то и изучают. Но интерес к ним был очень большой. И поэтому следующий параграф, вот я опять немножко сбился, ну, хорошо, пусть параграф 4 с вопросом, я не уверен. Это вот что-то. Мы его назовем так. Уравнение Гамильтона Якоби. Вот. А откуда оно берется? И оно чрезвычайно распространено в механике, в приложениях оно через него фактически пролегает краткий путь, ну, самый такой естественный путь в квантовую механику. Но откуда же, собственно, оно берется? Это нелинейное уравнение с частными производными первого порядка. Ну, немножко специального вида. Вот. И я, ну, немножко, значит, ну, краткое дополнение. Сейчас не везде проходит как-то вот отдельным курсом вариационные исчисления, но я немножко поясню, откуда что берется, чтобы было понятно, откуда берется уравнение Гамильтона и Якоби. И оно действительно очень существенно. Вот я процитирую, вот я тут достал цитату, я на память-то не помню. Это цитата из Ричарда Фейнмана, Нобелевского лауреата по физике, и она в его книжке «Фейнмановские лекции по физике». А цитата такая: «Когда я учился в школе, нас учитель физики по фамилии Бадер однажды зазвал меня к себе после урока и сказал: „У тебя такой вид, как будто тебе все страшно надоело. Подумай-ка об одной интересной вещи“. И он рассказал мне нечто, что мне показалось поистине захватывающим. Даже сейчас, хотя с тех пор прошла уже уйма времени, это продолжает меня увлекать. И всякий раз, когда я вспоминаю о сказанном, я вновь принимаюсь за работу. Предмет, о котором я говорю, это принцип наименьшего действия». А вот что это такое? Принцип наименьшего действия, ну, формально первый для механики, для света-то он был раньше, а вот для механики его высказал Пьер Мопертюи, если я не ошибаюсь, в 1746 год. Пьер Мопертюи. Вот, ну, не уверен. Ну, кажется, все-таки 46-й год. Ну и он сказал, что вот все двигается так, что некоторая величина, которую он назвал действием, должна принимать минимальное значение. Тут сразу возникли жаркие споры. Но а почему, собственно? Ну вот почему-то так. Ну и оказывается, траектории движения, в частности механических систем, они подчиняются вот этому удивительному принципу. В данном случае речь идет о том, что вот если взять вот такой интеграл от А до Б, под интегральную функцию я напишу L от t x x точкой. Ну, L, потому что для тех, кто знает, это по dt, и это ищется экстремально.
Лагранжиан на самом деле. Но вообще-то это просто некоторые функции, и мы что же? Просто вот ищем экстремали такого функционала. А то, что я сказал перед этим, это пояснение того, что это вот возникло давно и как-то очень занимает, и до сих пор, кстати, умы. Вот это А, вот это Б, вот это, скажем, А, точка, вот это Б. Вот мы среди всех линий, проходящих через две заданные точки, надо найти ту, которая вот x от t, она доставляет экстремум вот этому функционалу. Я осторожно выражаюсь экстремум, потому что это может быть и максимум, и минимум. И по этому поводу были жаркие там споры. Эйлер участвовал в этом, Лагранж, Д'Аламбер. И вообще и масса публики, которая в этом ничего не смыслила, как об этом писал Д'Аламбер, что это вообще такой спор жаркий, и много людей, которые не понимают, о чем речь. Так вот, мы рассмотрим одну функцию, какую-то такую. Функцию мы будем рассматривать класса C2. Но это можно ослабить. А L тоже будем считать, что я в конце концов не рассказываю курс оптимизации или вариационного вычисления. Поэтому вот. И рассматривается функционал на функции x от t и на функции x от t плюс h от t. H — это такое смещение. Это тоже функция, которая, ну вот одна из них, скажем, x от t какая-то, а другая x от t плюс h от t. Вот. Ну и теперь, естественно, рассматривается разность. Ну, я краткое такое введение. Мне кажется, это все-таки полезно, чтобы понять еще не просто. Вот полезные уравнения Гамильтона и Коби. Для тех, кто это не изучал, может быть, и это будет некоторый стимул к тому, чтобы изучать поподробнее. Минус L от t x, x точкой. Ну, дальше, конечно, мы все раскладываем, получаем L по x на h плюс L по x точкой на h с точкой. Просто обычная там формула Тейлора. Вот. И плюс остаток некоторый. Ну вот оказывается, что вот эта разность интегралов, значит, интеграл какой же? Интеграл, наш функционал, интеграл от, ну как-то это надо написать, а вот так давайте напишем, чтобы покороче и побыстрее. Интеграл от А до Б, dt, вот так. А здесь тоже тогда интеграл от А до Б. И здесь тоже тогда интеграл от А до Б, и это dt. Ну, правда, вот здесь dt не хватает еще, сюда его. Вот так. Ну и если приращение функционала удается представить в виде линейного по смещению, значит, это линейная часть по h приращение функционала. Ну, ее принято обозначать вот так. Ну, если функционал как-то назвать, то если функционал сам по себе вот такой фи, вот это его линейная часть. И это называется вариация. Ну, или просто дифференциал отображения, вариация. Такой термин, вариация функционала. Ну, а надо потребовать, чтобы по какой-нибудь там норме остаток был маленький. Я так небрежно, поскольку это просто пояснение. Ну вот. А если функционал действительно, и он называется дифференцируемым, если вот его превращение можно, как и положено, в функциях там нескольких переменных, можно представить в виде линейной части плюс бесконечно малое. Вот. И тогда
можно написать, что вот этот самый вариация или этот, ну, дифференциал, если хотите, он зависит от x и от h. Он устроен вот так. Интеграл от a до b. А вот здесь мы напишем следующее. Вот что. Ну, вообще-то надо написать L по x на h плюс L по x с точкой на h с точкой на dt. И вот здесь можно проинтегрировать второе слагаемое. Вот именно в этом месте я пользуюсь тем, что x из c2. А вообще-то можно это не предполагать, а проинтегрировать по частям первое слагаемое и воспользоваться так называемой леммой Дюбуа-Раймонда или Раймона. Там D на конце, но оно то ли произносится, то ли нет. В разных книжках по-разному. Но я ж... Вот, если проинтегрировать по частям, воспользуюсь тем, что h от a равняется h от b и равно нулю, вот это же фиксированные точки, простейший вариант. Вот, то тогда у меня получится вот такой интеграл от a до b. А здесь L по x минус D по dt, L по x с точкой, H dt. Ну, в силу произвола H получаем, что L по x минус D по dt, L по x с точкой равно нулю. Это так называемое уравнение Эйлера. Для экстремалии, то есть тех линий, на которых достигается экстремум, функционал. Ну, это необходимый признак. Если есть экстремум, то тогда должно выполняться вот это уравнение. Вот. Ну и второе совсем тоже короткое пояснение. Ну, мне кажется, оно все-таки полезным. И второй пункт это такое преобразование Лежандра. Я расскажу про него формально, просто так. А вообще геометрический его смысл – это другой способ описания линий. Можно линию, а потом посмотреть семейство касательных. А можно описать линию с помощью семейства касательных. Значит, подробно это можно прочитать в книжке Федорюка «Обыкновенные дифференциальные уравнения» в самом начале. Там очень так на пальцах и вообще с примерами поясняет, что такое преобразование Лежандра. Вот. А если у нас есть какая-то вот такая функция, ну, я не знаю, там, какая есть, какие буквы еще не заняты. Вот букву H мы занимали, а вот даже не знаю, все буквы уже потратили на все, что только можно и нельзя. Вот. И Q жалко, и P жалко, и H уже было как смещение. Ну ладно, пусть здесь скажем, вот это все-таки будет H от P. Это есть вот что такое. Это рассматривается вот такая функция ZP минус F от Z. Если функция у нас выпуклая вниз, то вот, а это вот ZP. И надо найти точку, где вот эта разность минимальна. Ну, надо как? Найти производную, приравнять к нулю, и получать соотношение P равно F' от Z. Ну и отсюда можно найти Z от P. Вот, если подставить, то, что получится, вот эта функция h от p, значит, она h от p, почему от p? А это z от p на p минус f от z от p. Вот это преобразование Лежандра. У нее есть хороший геометрический смысл. Ну, в сторону функции f. Ну вот. А вот теперь рассмотрим вот эту функцию, рассмотрим под интегральную функцию в нашем функционале, вот эту. Она не обязательно имеет какой-нибудь физический смысл, ну просто вот рассмотрим.
вот эту функцию L от t, x и x точкой. Вот она. И сделаем преобразование Лежандра по x точкой. То, что получится, называется гамильтонианом. Это очень хорошо все описано в книжке Арнольда Леонида Владимира Игоревича. Называется «Математические основы классической механики», по-моему, так она называется. Очень хорошая книжка. H от T. Ну, я букву Q не использую, она у нас для другого была занята. А P, вот, ну, пусть будет. Вот. Это равно P X с точкой минус L от T X X точкой от P. Вот имеется в виду, что X точкой выражено через P. И соотношение P равняется F' от Z, где роль Z это как раз X точкой. Вот оно, вот такое соотношение. Вот здесь x точкой тоже, x точкой от P. Вот это называется гамильтониан. Ну и что тут удивительного? Оказывается, такое длинное объяснение, что уравнение Эйлера для гамильтониана можно записать в виде системы, которая называется Гамильтоновой системой. Ну, давайте эту систему все-таки напишем. Значит, вывод простой очень. Можно прочитать вот в книжке Арнольда. P с точкой равняется минус h по x. Вот такая система уравнений. Так вот, самое удивительное, это к чему? Мы это совсем в сторону от нашего курса. Удивительное в том, что можно написать уравнение с частными производными. Давайте напишем. Можно написать. Написать. Нелинейные уравнения, именно нелинейные, с частными производными. Первого порядка. И давайте его прямо напишем. Оно вот такое будет. ds по dt плюс h, ну, вообще говоря, t, x и ds по dt, для которого его, этого уравнения, характеристическая система как раз будет гамильтоновая, вот эта вот гамильтоновая система. Такой странный путь. Будет гамильтоновой системой. Ну и какая же, так сказать, какая от этого радость, в чем счастье? Ну а если написать прямо-таки вот для этого уравнения, чего получится? Значит, надо написать x' по тау. Но дело-то в том, что t' по тау у нас равно единице. Поэтому что t, что тау у нас одно и то же. Сдвиг времени несущественен. Так что x по тау это то же самое, что x точкой по t. И это как раз давайте подумаем, что это такое. А P все то же самое. Значит, если в наших обозначениях, то это будет вот, что это некоторое P нулевое плюс H. Ну, давайте T можно убрать отсюда. В конце концов, пусть не будет. А здесь будет X и P. И вот оно равно нулю.
Так получается, смотрите, что получается так, это и есть H по P, ну как раз производная левой части, вот. Значит, это P большое, это производная о от левой части по P малому, вот оно и есть. А P штрих по тау, ну в наших обозначениях это было, если вот это считать F, то было бы F по X минус P S большое, производная по S. Но S-то не входит. Значит, это равно нулю. Значит, вот и получилось. А F по X и H по X – это одно и то. Ну, возникает вопрос, зачем вся эта эквилибристика? Оказалось, вот что. Оказывается, но это за пределами нашего курса, я сейчас скажу почему. Можно решать. Уравнение с частными производными первого порядка непосредственно. Минуя характеристическую систему. Почему я об этом не рассказываю? Ну, видите, какая история. Чтобы этого рассказывать, нужно хорошо знать классическую дифференциальную геометрию. Именно такую классическую, в духе, скажем, книжки Рашевского Петра Константиновича, или даже в духе книги Финикова, вот такая не тотально алгебраизированная. Нам нужна теория огибающих, нужно понятие полного интеграла. Вот это такая конструкция, которая зависит от стольких же параметров констант, сколько переменных. Ну, из него можно получить все интегралы. И общие, и там всякие другие. В общем, такая теория существует. Я могу написать, где это написано. Смотри, ну, например, есть такая книжка «Триками». Лекции об уравнениях с частными производными. Вот. Ну и в других таких солидных книгах. Вот. Так вот, оказывается, то есть решаем прямо уравнение с частными производными первого порядка, непосредственно. Но для изложения нужно знать, нужна классическая дифференциальная геометрия. Ну, например, смотри, Рашевский. Петр Константинович. Так и называется, Евгем. Геометрия. Там вот как огибающий, как чего. И вот оказывается, что решив это уравнение с частными производными, можно получить решение Гамильтоновой системы. Решив уравнение Гамильтона Якоби, можно получить решение исходной Гамильтоновой системы. Вот. И этим-то и вызван интерес к уравнению Гамильтона и Якоби. Дело в том, что наиболее, может быть, сложные задачи даже нелинейной механики были решены, ну, например, там сложная задача, задача двух тел. Задача трех тел не решена до сих пор, а двух тел можно решить. Вот описание двух движений, значит, двух материальных точек в поле сил тяготения, даже причем не обязательно с законом Ньютона. Вот. И поэтому вызван большой интерес к этому. Но это за пределами нашего курса, потому что решение уравнений с частными производными первого порядка такое непосредственное, я повторяю, требовало бы большого введения к курсу дифференциальной геометрии.
Ну, я просто упомянул о том, почему эта область не представляет собой не только академический интерес, но и вот вызывала большой интерес у физиков, у прикладников. Ну и, кроме того, через гамильтонову механику, и в частности через уравнение Гамильтона и Кобе, пролегает путь квантовой механики. Вот, поэтому это, так сказать, такая область весьма яркая. Ну и у нас осталось мало вообще-то лекций, но я хотя бы чуть-чуть скажу о нелинейных, ну хотя бы параболических задачах. Параболические. Задачи. Ну, вот что. Значит, давайте вспомним. Ну, это, наверное, параграф первый в этой главе. Классификация. Неполная, конечно, классификация. Значит, вспомним. Глава 1, параграф 8. И это была лекция 3, вот та самая лекция, за которой все сбилось. Там была классификация, там классифицировались. Там классифицировались, ну, линейные, и на самом деле для заданного решения можно и нелинейные, гиперболические и эллиптические системы. Вот. А про параболические я ничего не говорил совсем. Так, сейчас вот у меня единственная просьба. Я буквально на минуту, тут у меня некоторые обстоятельства, я буквально на минуту прервусь. Сейчас. Сейчас. Ну, одноминутный перерыв. Я надеюсь, что экран не погас. Он вот. Ну вот. А вот сейчас мы, значит, ну, я сделал отсылку и к этому же курсу. Вот, лекция 3. Значит, там вводилось понятие главного символа оператора и говорилось, что это напоминание. Ничего не говорилось про параболические задачи. Что если вот главный символ оператора, ну я уж не буду так напоминать из главы 3, знакоопределенный, многочлен, то это эллиптическое. И был соответствующий пример. А если существовало ксенулевое такое
то вот такое уравнение относительно к си нулевой, а они все остальные вот фи n равно нулю относительно си нулевое имеет только вещественные корни. Имеется в виду при любых кси, для любых кси 1, кси n, вещественных. То такое уравнение или система называлась система, называлась гиперболической. Ну, точнее, гиперболически в направлении к си нулевой, если уж совсем быть педантичным. А вот про параболически ничего не говорилось. Ну вот давайте мы поговорим по параболические задачи. Это здесь же. А параболичность, она может определяться по-разному, как, впрочем, эллиптичность. Но там есть обычная классическая эллиптичность, а есть эллиптичность по Дугласу Нюрнбергу. Ну, всякое может быть. Вот, значит, это требование, во-первых, относится к системе. Рассмотрим систему вида. Вид довольно специальный такой. Ну, как специальный? Ну, все-таки. Он немножко напоминает изначально вид Ковалевский, но не такой. ДУИТ по ДТ, МИТ. А здесь стоит вот что. Сумма G от единицы до N. А здесь сумма. Вообще говоря, R не превосходит какого-то M, а здесь A, I, T, G, T, R, T. Я напомню, что R это мультииндекс. R0, Rn. А здесь D, R, U, G, dt. Я сразу выделяю фиксированную переменную dt r0 dxn rn. Вот такая система. И мы считаем, что, значит, кто такие здесь m и t, старшие производные по t. Не вообще, как в системе Ковалевской. Производные по t, но могут быть и более высокого порядка, но могут быть они, значит, но не обязательно старшие от ужитого. Вот в этом отличие от теоремы Ковалевской, там предположение. И мы считаем, что вот это, пускай R, все, они не превосходят MG. Я приведу пример. Ну, а MG-то, естественно, будем считать больше нуля. И вот пусть существует натуральное P такое, что для любого G система имеет вот такое, для любого G, во-первых, значит, будет, что модуль R, я напишу R с волной, это вот что такое, это R0 умноженное на P, на некоторый вес, плюс R1, плюс и так далее, плюс Rn меньше
МЖТ еще равен МЖТ на П. Вот. И вот если это так, и система, и вот теперь мы ее уже запишем в окончательном виде. МЖТ ужитое ДТ МЖТ равняется сумма G от единицы до N. Здесь сумма. Значит, это требование к виду системы. Вот оно такое. Не превосходит МЖТ умноженное на P. Вот в чем дело. А здесь А, И, Т, Ж, Т, Р, Т. А здесь Д, Р, Т. У, Ж, Т. У, Д, Т нулевое. Т, В, Р, 0. Раз. Д, Х, Н, Р, Н. Раз. Ну и это вот для И равной единице. Там до Н. Вот пусть так. Но это еще не все в виде очень сложной формулировки параболичности. Ну, не очень сложная, но все-таки не такая простая, как просто по знаку определенности главного символа. Там, ну, подумаешь. Вот, а дальше еще не все. И рассмотрим уравнение. Уравнение вот такое. Я напишу его определитель. Определитель пишется похожим образом, но все-таки не таким же. Здесь сумма РП, это имеется в виду, что это такое. Вот, вот R с волной, P можно так написать. Это есть R0, приписан вес дифференцированию по T плюс RN. Вот что это такое. А здесь А, И, Т, Ж, Т, Р, Т. А здесь некоторые параметры лямбда, R0. Ну, в общем, и сигма 1, R1, и сигма n, Rn. Вот это одно минус. Вот еще такую матрицу надо вычесть. M1, лямбда, Mn. Здесь нули. Вот такой определитель, если рассмотреть вот такое уравнение, что и пусть для любых вещественных сигма-1, сигма-n, таких, что сумма их квадратов, вот одно определение чего стоит, значит, соответствующие корни лямбда, которые зависят от чего они, собственно говоря, зависят. Ну, в общем случае, они за коэффициенты могут быть и переменные от t, от x, и уже сигма 1, сигма n. Они отделены от нуля снизу, минус некоторое там d, почему там, минус d, меньше нуля. Вот пусть. Вот если это пусть выполняется, то система называется параболически по Петровскому. Тогда исходная система называется параболической по Петровскому. Если система нелинейна, то все то же самое. Я же написал, что А и Ж, Т, вообще-то А и Ж, Т от R зависит от Х, Т. Но если система квазилинейна, это что значит? А, И, Т, Ж, Т, Р, Т, Т, Ж, зависит от Х, Т и еще У, то для данного выбранного решения эта система называется параболической.
Я уже приводил пример, когда, значит, вот гиперболичность, а коэффициенты зависят от неизвестной функции. Надо сказать, что такое определение вызывает некоторую оторопь все-таки для тех, кто его слышит первый раз, потому что, ну, зачем такие странные, такие какие-то определения? И как написано в книжке, правда, по случайным процессам Александра Дмитриевича Венцель, там написано так, когда приведена некоторая формула И, то она написана, и потом дальше такая фраза. Читатель, вероятно, несколько подавлен этой формулой. Ну, да. Так вот, я приведу пример, показывающий естественность этих определений. Вот D по DT от УВ минус. Давайте я прямо в матричной форме. 2, 1, 3, 4 с постоянными коэффициентами. D2 по DX дважды от УВ. Ну и равна, например, там, здесь вот так вот равенство, ничего не равно, просто равно. Или можно минус. Ну или в развернутом виде У1. А я написал УВ, а У по Т, а? Не 1, а У по Т равняется 2УХХ плюс VXX и V по T равняется 3UXX плюс 4VXX. Ну вот. Ну так вот, почему? Ну, на самом деле это будет параболическая система, но если выписать вот то страшенное определение, то она будет действительно будет параболической. Но откуда, как до него догадаться, как к нему прийти? Так вот, воспользуемся. Тут все с постоянными коэффициентами. Преобразованием Фурье. Значит, У заменим на преобразование Фурье. Значит, на некоторую У с волной, которой есть интеграл от минус до плюс бесконечности. У от xt e в степени минус и сигма x dx. Вот. Ну, здесь минус стоит. Ну, бывает, что и плюс пишут. И это фактически одно и то же. Да, приводит к одному и тому же. V соответствует. Соответствует. V с волной. Интеграл от минус до плюс бесконечности. V от xt, e в степени минус i, сигма x, dx. Ну и тогда по свойствам преобразования системы, по свойствам преобразования Фурье, мы для u с волной, v с волной получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений. А вот здесь u с волной, v с волной. Система-то получается такая, минус 2 сигма квадрат, вот, а здесь и сигма в квадрате. 2, сейчас, 2 и сигма квадрат. Вот здесь и сигма в квадрате. Вот, и тоже минус. А здесь минус 3. А, ну и квадрат. Почему я пишу? Хотя давайте сотрем и напишем по-человечески. Ну, и это два раза, поэтому отсюда и минус. Значит, минус 2 сигма квадрат минус сигма квадрат минус 3 сигма квадрат 4 сигма квадрат. Вот такая система обыкновенных уравнений. Это так называемая разрешающая система. Так о каком определителе здесь идет речь? Давайте мы его просто напишем. Если вот этот определитель написать, то это определитель вот такой. Значит, это 2 и сигма квадрат. Вот так уж, чтобы было понятно, откуда там и-то есть. 3 и сигма квадрат. И сигма, так в самом определении в квадрате. 4
и сигма в квадрате. Теперь мы вычитаем минус лямбда, здесь лямбда 0 и 0. И равно нулю. Так что такое здесь будет лямбда? Первое и второе лямбда какие будут? Значит, это будет так. Либо минус сигма квадрат, либо минус 5 сигма квадрат. Ну и при модуль сигма равном единице получаем что же? Лямбда первое и второе, они какие у нас? Минус 1 и минус 5. То есть получаем, это разрешающая система. Разрешающая система. То есть получаем условие устойчивости разрешающей системы. Вот почему это условие такое странное, там какие-то сигмы, что-то с ними происходит. Вот такие вот вещи. Вот это можно так пояснить, что для систем с постоянными коэффициентами это условие странное, оно сводится просто к условию устойчивости разрешающей системы. Ну и почему вещественные части лям должны бы быть там отделены от нуля? Вот поэтому, по этой причине как раз. Вот. Но это вот по поводу параболичности. Ну а все-таки наш же нелинейный случай интересует. Так вот, известно. Откуда известно? Курс уравнений с частными производными. Уже не обязательно первого порядка. Формула Пуассона. Решение задачи Каши для уравнения теплопроводности. Я ее просто выпишу, не буду вводить, потому что это все-таки относится к курсу линейных уравнений. Значит, единицы, уравнение теплопроводности. УТТ минус, ой, почему же два раза? Так, сотрем. УТ минус А квадрат УХХ равно нулю. Не У при Т равном нулю равняется некоторой альфа от Х. А здесь вот, ну, формула просто такая. Это есть единица, деленная на 2А, корень из пи т, интеграл от минус до плюс бесконечности, е в степени минус x минус кси. Зачем я ее привожу? Сейчас я поясню. 4 а квадрат т. А здесь альфа от кси и кси. Ну и альфа от x, если t равно нулю, а если t больше нуля. Значит, ну, такая есть формула. Что, о чем она говорит? В отличие от гиперболического случая, здесь мы интегрируем по всей оси. Интегрируем по всей оси. Это означает, что скорость распространения, ну, тепла, скажем, бесконечна. То есть, скажем так, давайте напишем. Но это некоторый недостаток, конечно, модели. То есть скорость распространения тепла бесконечна. Ну, как это представить себе? Ну, допустим, было бы, ну, например, x была бы дельта функция. Это что значит? Это значит, что начальная температура, мы нагрели бы только вот эту точку.
Так как только t больше нуля, мы получили бы, что температура будет выражаться формулой единицы, деленная на 2а корень из пи t. Ну, как проинтегрировать? Если дельта функции, я должен писать e в степени минус x квадрат поделить на 4а квадрат t. То есть тепло мгновенно каждой точке станет отличным от нуля. Ну, так не бывает, конечно. Ну, это же чего такое? Это плотность нормального закона. Значит, вот тут была дельта функция, а потом получается вот так. Ну, положение спасается тем, что вот так вот. Вот это так, вот это так. Неплохо нарисовано. Значит, одно вот такое начало, а с течением времени оно становится таким более расплывшимся. Ну, вот что делать? Можно рассмотреть, но это, значит, для линейных задач. А вот, скажем, для нелинейных задач, линейные. Уравнение теплопроводности. У меня нет возможностей, ну, не осталось по времени рассказывать и столь же подробно, как и гиперболические задачи, а электрические пришлось забыть. Ну, может быть, когда-нибудь. Значит, можно рассматривать вот что. Можно рассматривать и линейные уравнения теплопроводности. Они иногда возникают непосредственно. Они могут возникать непосредственно. Физических задачах. Но могут быть получены из гиперболических задач. Задач путем введения так называемой искусственной вязкости. Зачем? Это делается для, мы как раз проходили обобщенные решения для анализа разрывных решений. Подробно об этом написано в большой-большой статье Ольга Арсеньевна Олейник. Значит, так можно ввести вязкость. Ну, это, например, для одного уравнения ДУ по ДТ плюс ДФ от У, как и у нас было, по ДХ. А здесь мы справа прибавляем мю, некоторые b от u, вот. Нет, нехорошо написал. Торопиться, я написал нехорошо. Мю, t под x, от некоторой b от u на du под x. Это так называемая вязкость Нейман-Рихтмайера. Можно это изучить в статье Олейник 56-го года в «Успехах математических наук». Там подробно изучается асимптотика таких решений, что будет, если мю устремить к нулю, как изучать разрывные. Но для систем введение искусственной вязкости сопряжено с проблемами, до конца не преодоленными до сих пор. Потому что можно ввести это уравнение, вот которое написано, параболическое.
А для систем гиперболических уравнений тоже можно ввести матрицу вязкости, но там могут возникать так называемые феномены метода вязкости, что при разных матрицах вязкости получается разный предел. Ну, вот это я, так сказать, некоторой скороговоркой. А все-таки для чего я привел формулу Пуассона? Рассмотрим пример. Вот возникновение особенностей. Ну, это такая экскурсия в параболические задачи. На примере уравнения. Такая немножко совсем уже обзорная. Вот смотрите, давайте посмотрим вот такое уравнение. d по dt минус d по dx u в степени m du по dx равно нулю. И пусть это будет уравнение 1. Ну вот если m равно нулю, тогда у этого уравнения можно поискать. Вот m равно нулю, это же просто параболическое уравнение. Тогда можно найти решение. Существует решение у вида бегущей волны. Ну, конечно, не все решения, а какие это решения. А вот такие, значит, у равняется, скажем, мне, ну вот y, скажем, от x минус от t. Можно ли попробовать подобрать такое решение, подобно гиперболическим задачам? Но если подставить уравнение, мы получаем а, y штрих равняется f2 штриха, m равно у нас нулю. Ну, то есть не f, а y2 штриха. То есть y2 штриха плюс, а здесь минус, потому что минус-то в уравнении. Плюс а y штрих равно нулю. Ну и y устроено так. Это есть c1 плюс c2 e в степени минус а. Ну, скажем, если бы я z назвал. Аргумент. Так тогда получается вот что. Y от xt это есть c плюс d. Ну, вот здесь c, а здесь d, наверное. Так, почему-то я написал. e в степень минус а, x минус at. Вообще такие уравнения физики тоже бывают, но главный здесь интерес в том, что это некоторый такой профиль, который распространяется со скоростью а. Вот. А вот пусть теперь m больше или равно единице. И тоже поищем решение в виде y равно от x минус от t. Так тогда мы получим минус а y штрих равняется, ну давайте вот это назовем z, тогда y штрих равняется d по dz от y в степени m y штрих. Вот так. Но если y, значит y штрих обозначить за какую-то новую функцию там v, только тогда мы получаем вот что. Минус а z аргумент равняется d по dz от y в степени m. Ну и если тут я поглядываю на часы, если это же обыкновенное уравнение, которое легко решается. Я выпишу просто ответ их, чтобы его прокомментировать. У от xt тогда получается. Это есть y от x минус от t. Но получается вот такого вида. Корень m-ной степени ma от t минус x. Ну, правда, 0. Это напоминает, между прочим, гиперболические задачи. Вот, а здесь x минус от t меньше нуля.
Это как себе можно представить на картинке? Это есть вот такое решение. Вот оно до сих пор. Это x, а это x равное at. А вот тут 0. То есть получается, что тепло распространяется с конечной скоростью. Конечной скоростью. Ну вот это такая особенность. И что еще бывает? И там в программе было написано то, что называется Блау-Апп-эффект. Это возможность обращения в бесконечность за конечное время. Ну, все это написано где? Ну вот меня просили ссылки на литературу. Вот я не помню всех авторов. Там двух авторов помню. Это Самарский и Курдюмов. Квазилинейные параболические уравнения и режимы Апп-эффекта. Ну а также можно посмотреть книгу Ладыженская, Салонник и Уральцева. Линейные и квазилинейные уравнения параболического типа. Ну, давайте я все-таки ее упомяну. Ладыженская. Салонников. Уральцева. Значит, линейные и квазилинейные уравнения параболического типа. Ну вот я сделал некоторые ссылки на литературу. К сожалению, эта последняя часть получилась совсем уж такой конспективный. Ну, просто время. Я так понимаю, что в декабре уже как-то не принято особо лекции читать. Я так посмотрел. Ну, можно, но многие студенты затрудняются, потому что надо сессию сдавать там. Начинаются всякие зачеты, экзамены. Значит, за пределами остались совсем нелинейные эллиптические задачи. Ну и параболически я просто указал на некоторые особенности. Если у нелинейных гиперболических возможно возникновение разрывов решений, то, например, у параболических их-то используют для того, чтобы сглаживать разрывы, но зато решения могут, ну, например, как здесь, тепло распространяться с конечной скоростью или обращаться в бесконечность за конечное время. Вот так. Но я думаю, что на это мы... Ну, может быть, когда-нибудь получится акцент сделать не на гиперболических задачах, а, скажем, на параболических. Но про параболическим я еще могу порекомендовать очень хорошую книжку. Там и нелинейные уравнения есть. Эйдельман называется «Параболические системы». Вот так, для тех, кому это интересно. Может быть, немножко затянулось у меня изложение гиперболических задач, связанное с тем, что зато я рассказал разрешимость квазилинейной гиперболической системы смешанной задач, чего в учебной литературе я нигде не встречал, кроме как в статьях, то да. Ну вот все-таки мы почти 3 лекции на ну, такой вот материал получили. Значит, на этом я вот заканчиваю и прошу присылать решение листочков. Мне присылали пока разные, не полностью, но прислали пятеро из слушателей. Но это не значит, что остальные не могут прислать. Но вот пятеро присылали. Не все задачи. Ну, можно и не все прислать, в конце концов. Если кому-то интересно сдавать экзамен, то, во-первых, необходимым, близким к достаточному, является решение задачи из листочка. Если не получается что-то, или непонятно, или
какие-то, ну вот, обращали мы внимание на опечатки, ну или как-то вот тупик, может, в лекции что-то осталось недопонятым, то, пожалуйста, пишите, я буду стараться отвечать, как я это уже делал для некоторых из тех, кто посмотрел. У меня тут, к сожалению, вот большие проблемы со здоровьем, поэтому я быстро не смогу проверить тех, кто уже прислал. Но я постараюсь это сделать все-таки в конечное время и послать результат. Вот. Если еще есть какие-то, появятся какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите. Вот. А так, я сказал, что у меня какие-то некоторые проблемы возникли тоже медицинского характера. Хорошо, тогда мы на этом заканчиваем. И, пожалуйста, вот присылайте решение листочков.